Так, ну что, друзья, сегодня такой легкий выход. Поехали на чешуйное поле, так называемое, поискать ее здесь чуть-чуть. Засунули нос в несколько мест, везде травища. 38-го года. 3 копейки. Первый сигнал. Бредовый. Ну да, советы они здесь почему-то с черниной. Сегодня так будем, спокойно, гуляючи. Может, еще куда зайдем, вон на соседние поля. Правильно, разворачивай, а то потом это... Сами же и будем доставать. Это же конфетку вкусную. Дал монетку, вкусную конфетку. Да, чернила твоя. Кто не спрятался, мы идем искать. Этих нет бульдозеров, слава богу. А то они нам вчера всех сказочных персонажей распугали и нам вчера давать перестали деда, к вечеру. И деда запугали, да. Матку копейку вообще свалила. Гуляем пока. Хорошо, птички поют, ветра нету. Мошка только прилетела, начинает задалбывать. Сигнал еще один. 5 копеек 46-го года. Чешуи нет, хотя вот здесь сколько мы ее наковыряли тогда. Пока советики. Еще раз говорю, все зависит от прухи и настроя дедушки земляного. Торкнут ему вот нам желтые кружочки давать. Будет давать желтым. Ладно. Гуляем, гуляем, гуляем и бам! И бам! Капуста? Очень на то похоже. Брокколи или цветная? Капуста, капуста. Орел ее. Да видно, да. Что там за люди ходят? Горе только мне. 12. Стандартно. Две копейки 1812 года. Ходим, гуляем, прикалываемся. Двушка выскочила. Я Любке говорю, двушка 27-го года. Вот тут же глаза на лоб вылезли. Обычный дунь. Сверху валялся, кстати. Ладно, походим. Мне кажется, она тут поле была. Вот почему не знаю. Думаем, где здесь дорога. Пуговицы ты там находи. Пуговицы там находи. Вот такая штука выскочила. Какой-то как верх старого перстенька. Это серебро, скорее всего, кустарное. Это же звучало, оно серебром. Это не оловянистое бронза. Написано, что не разобрать. Вот такая вот штучка интересная. Сместились с того поля. Лазим по краю. Лазим по краю этого. Находок нету. Наверное, переместим видос в завтра. Вот крестик вылетел. Целенький вроде. И то хорошо. Ну, на безрыбье. Ну, завтра еще походим где-нибудь. Мы еще пока не сдаемся. Двушечка 24-го года. Вся зеленая, естественно. Ну, может, отойдет. Бог его знает. Попробуем. Лосиный вшиз за это. Задолбали. Ладно. С болотина. Лоси, кабаны. И с Лешки кругом. Перерыли.
Ладно. Идем к машине. Такая гелечка вылетела интересная. Смотрите, сейчас фокусирую. Попробую. Руки вообще. Звезда как будто, да? Красивая, здоровая. Ладно. Друзья, вот и закончился очередной выезд. Все, до наших полей, что вот до этих, что до щучьих, как мы их называть уже тут стали. Мы их, наверное, оставляем уже на конец октября, потому что все-таки травы много. Ходим по тем же самым местам, все равно что-то попадается. Ты меня тоже открой. Но они почему-то не хотят их косить. Да не, они же не слышат. Не соберутся. Очередное сердечко. Ребят, не знаете, откуда вот эти сердечки? Подскажите. Уже не первое находим. Вот такие. Фиг знает. Пуговка прикольная, монет немного. Преимущественно советы. Фигненькие. Фигненькие. Ничего такого вообще нет. Как-то так. А, ну и колечко вот это, да, интересное кольцо. Хрен знает, серебро это не серебро. Что написано, тоже непонятно. И пуговица со звездой Давида. Хе-хе-хе. Как-то так. Ладно, ребятки и девчатки. До новых встреч. По скриптам. Что-то никак не доедем. Все хотели вот эту лужайку посмотреть. Здесь дорога через нее шла. Заехали. Здесь постоянно коровы. Отсюда первый сигнал. Монета. Вроде как полушка. Убитая. В макароны. Ладно. Так, у Любы там советик, но она говорит убитый. Так, у меня трояк. Какой год? 40-й. Нормально. Для постскриптума. Постскриптум продолжается. Оп. Я еще по нему лопатой шворкнул. Такой вот крестичек. И еще я там полкреста нашел сломанного, к сожалению. Ладно, еще сейчас походим минут 10. Все, постскриптум, лазим по этой лужайке. Пожалуйста. Сейчас попробую приблизить. Не знаю, переверни аккуратненько. Вот такая вот. Не знаю. Ну, вообще уже хорошо. Ну, убирай. Сейчас. Оп. Так, сигнал еще один. Он рядом с чешуей практически. Что там у нас? Трешку, да? Какого-то 27-го. Какого-то 27-го? 30-й, что ли. Темно уже, блин. Никак не доедем. Постскриптум. Мимо этой поляны ездим все лето. Вроде по картам смотрим, да ничего особо здесь не было. Ну, шла дорога, да, но от населенных пунктов, в общем-то, далеко достаточно. Же. Игорь, он положи к себе, у меня не помещается. У него уже там не помещается что-то. Он мне там... Вот хрен знает, столько сигналов, уйма просто. Какие-то вроде копы, а вроде и не копы. Но если копы, то вокруг там куча цветных сигналов. Кто копал, да вряд ли. Хрен знает. Ладно, идем к машине, никак не дойдем. Да, прикол. Продолжаем собирать. И те советы, и ходячку сейчас откопали. Ну, темно, ребята, я сейчас уже не сфокусируюсь. Копейка какая-то.
Не, не сфокусируюсь. Раз, да. 27-го года. Да. А. Не, на, все, к себе. Ой. До машины осталось 7 метров. Ну да. Пуговицы. Блин, нифига уже не фокусируется. Не, она еще не мытая, к сожалению. Нет, пока. Идем. Ну все. На сегодня точно все. По скрипту он удался лучше, чем сам основная часть. Но вот этот будет ролик состоять из двух частей. Прям сразу, ну, в один ролик. Не будем их разбивать. До постскрипта мы после. Видите, коп спасла чешуя, как всегда. А предыдущий коп, ну, выложим там. Вчерашний, грубо говоря, тоже не все просто так оказалось. Вроде бы куча рядовых находок. Рядовых, а не рядовых. После мытья оказалось. Да, после мытья. Ну, к сожалению, сохран, конечно, да, но прикольно. Все, на этом прощаюсь с вами. До скорых встреч!